Представляем вам суперновинку от Лори – тематические наборы «Свечи из ващины». Изготовим свечу из набора «Медовый аромат». В набор входит несколько листов искусственной ващины, стека, фитиль, инструкция. Эта ващина была разработана специально для лепки оригинальных свечей. Ее рисунок в точности повторяет ващину из пчелиного воска, а цвета при этом гораздо ярче и насыщеннее. Перед тем, как приступить к изготовлению свечей, внимательно прочтите инструкцию. Итак, приступаем к лепке. Лист ващины желтого цвета располагаем перед собой на гладкой твердой поверхности. Берем фитиль и отрезаем от него кусочек нужного размера. Располагаем получившийся фитиль на краю листа и слегка вдавливаем его. Сгибаем лист ващины и закрываем фитиль. Самый главный прием в изготовлении таких свечей – скручивание. Одно простое движение, и свеча почти готова. Добавляем еще несколько листов, чтобы придать объема. Проработаем декор получившейся свечи согласно инструкции. Берем оранжевую ващину и волнистой линией отрезаем от нее полоску шириной 6 см. Один край остается прямой. Два аналогичных элемента вырезаем из белой ващины. Волны на одном из них должны быть длиннее и уже. Получившимися элементами оборачиваем вокруг свечи. Свеча почти готова, осталось вылепить пчелок. Берем кусочек белой ващины и разминаем в руках. Теперь ващина напоминает обычный пластилин. Скатаем из нее белый шарик и придадим ему овальную форму. Таким же образом разомнем оранжевую ващину. Из нее нам необходимо скатать два маленьких шарика и две тоненьких колбаски. Колбаски оборачиваем вокруг туловища будущей пчелки и крепим к нему оранжевые шарики. Это глазки. Теперь изготавливаем крылышки. Для этого выровняем поверхность ващины и вырезаем из листа белой ващины два элемента в форме капельки. У нас получились крылышки. Аналогичным образом изготовим вторую пчелку. Готовых пчелок сажаем на желтую основу нашей свечи. Вот так выглядит законченная свеча. Ее вы можете использовать в качестве декора комнаты, а также это прекрасный вариант для подарка близким. Для лучшего разгорания свечи разотрите пальцами кусочек ващины и смажьте фитиль. Ищите наборы свечи из ващины в магазинах своего города. Подробности на сайте www.loridefistoys.ru.